Несмотря на пандемию и условия самоизоляции, в 2020 году шестой этап патриотической эстафеты «Салют Победе», посвященный городу-герою Севастополю, состоялся. Символы победы побывали в 17 поселениях округа. И вот финал акции, их торжественная передача из Больших Везем в Одинцово. Мы знаем каждого нашего участника Великой Отечественной войны. Мы знаем его на Веземах каждого. Их здесь осталось немного. Мы знаем в городе Одинцово, сколько в Жаворонках, потому что мы знаем каждый день, как они живут и что им надо. Акция памяти «Салют Победе» стартовала 6 лет назад по инициативе главы Одинцовского округа. С первых дней Большие Веземы принимают активное участие в этом проекте. И 2020 год не исключение. Символы победы прошли по всем образовательным учреждениям территориального управления. От детских садов до гимназии. Наши сотрудники рассказывали об истории этой важнейшей битвы. Сначала о тяжелейшей обороне, а потом о легендарном освобождении города Севастополя. Конечно, вот я видел многие лица этих детей. Ну, важность вот того, что мы делаем, переоценить невозможно. Символы победы, уникальные фотографии и лекции на тему Великой Отечественной войны помогают молодому поколению больше узнать о подвигах наших соотечественников, прививая чувство патриотизма. Поздравляю наших ветеранов, мы им, видя их глаза, видя их желание общаться, мы понимали, что народ у нас великий. Мы пройдем все наши сегодняшние беды, трудности, но самое главное не забыть то, что проходили они. В течение недели символы победы будут представлены в образовательных учреждениях города Одинцова. После этого они будут переданы в музей. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».